Давним-давно один сверчок волшебно сны раскрасил. Он ночку целую не спал и красил, красил, красил. А с ветерком цветные сны по свету разносились. И мальчикам, и девочкам цветные сны приснились. Цветные сны. Добрый вечер, ребята! Привет, привет! Рассказывай, где на выходных побывал? Ты сейчас сама догадаешься! Отгадай загадку! Загадку? У нас что, передача «Что, где, когда»? Ну, почти что! Ну, ладно, давай поиграем! Что за загадка? Царство рыб, китов, кальмаров, звезд морских, медуз, кораллов! Эти суперводоемы все на глобусе найдем, потому что в целом мире их немного, лишь 4. Ха, легкотня какая, это океан, океанов всего 4. Северно-ледовитый, Атлантический, Тихий, Индийский. Молодец! Просто в школе хорошо учусь. Так вы что, на океане побывали? Не может быть! Ну, не совсем на океане, а на дне океанском. Все, не хочу больше твоих загадок. Рассказывай, где вы были? Эх ты, знаток! Могла бы и сама догадаться. Мы в океанариум ездили, в Одессу. Теперь понятно. Ну тогда хвастайся фотками. А откуда ты знаешь, что я фотографировал? Догадалась. Ну тогда смотри. Всего в коллекции океанариума Немо в Одессе собрано аж 218 видов животных и рыб. Вот такая большая компания. Ух ты! Ну точно как на дне океана побывал. Там не только на дне океана можно побывать, но и на суше. Смотрите, ребята! Это экзотариум. Тут можно увидеть самую быструю ящерицу в мире и самую большую и ядовитую жабу, огромных пауков и скорпионов, водяных драконов и змей-королев и много-много других необычных существ. Да, теперь лесовичок тебе завидовать будет. Интересная у тебя экскурсия получилась. Ему некогда завидовать. Его теперь в гости во все концы света приглашают. Не успевает на приглашение отвечать. Понятно, но все равно она будет завидовать. Мы мультик без него посмотрим. Мы ему в понедельник покажем. О! Нужно будет кикимору в океанариум пригласить. Точно, а то она на своем болоте видит только лягушек да головастиков. Никакого разнообразия. Интересно, а она змей боится? Вот и узнаем. А вы, ребята, начинаете готовиться ко сну. Да и мы тоже. Спокойной ночи, мальчики и девочки. Пусть вам приснится золотая рыбка. Ярких и цветных вам снов. Цветные сны.